могу атаковать эту цель. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы охренели, что ли? Жнена по нему. Да, речь не шиво, а Жнен Брэдвара под ним. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая... Ребаф, дайте по хантам на дроида. Эликс, стамина, просто баф на меня освобожден. А, вот ты тоже. Класс. Мелики разбили. Зачем разбили? Кир, ставь, можешь.
метку влево и просто добиваем. Коника, тыкни что-нибудь. Думаешь, не догоню? Смотри. Догонишь. Да ты, ну, хитро же. Смотри, я сейчас тебя обгоню, у меня на тапках есть штука одна. Это была, Амир, проверка на твою реакцию. Тебя разбили, а ты на месте стоял. Проверка на АФК посередине рейда, посередине пула. И ты ее проебал. Ну ты ГП. Да нет, ты там постоял пару секунд, я видел. Да, Кирс, там 2 секунды было, ты не среагировал просто. Это нормально, что по рейду Элбрил до сих пор на коне бежит уже наверху? Иллюжины, богоюзеры, ёбаный карась, блин. Можно скриншот сделать на форум отправить? Но не успел. Я даже на коня не залазил. Тебе скриншот прислать? Это кошмар вообще. Очень-очень медленно бегущий конь. Медленно? Очень медленно. Ну, рядом с Эрдру бежит, соответственно. Бля, Гена, похили, умру же. Специально запустили комнату, что тем, ну, кто слакает, там... Сережа, отойди, отойди в сторону, да я тебе скриншот сделаю. Отойди, назад, назад, назад. Еще, еще. Вот, стой, сейчас красиво сфоткаем. БГ-юзер. Ой, замри. Только у тебя, да. Прыгай. А реально? А я когда прыгал, он на дыбы не встает, что ли? Он именно прыгает. Блять, кошмар. Первый раз запускаете так дебильно комнату. В следующий раз, кто запустит комнату, пока весь рейд не подошел к воротам, тот получит символический 250. Вон. Следующая проверка будет оскорнение в рейде. Проверять, кто будет слакать. Да прям под плеча, прям под танк. Кирс, кто ставит? Тотем. Ты и я. Хан, привет. Ты пробу начал? Или в обойме сидел, что-нибудь знаешь тут? Хан. Ну, как в обычке, же, правильно? Спека всего рэд. Если в обойме, то да. Я и там был, в принципе. У нас немного другая тактика, я так понимаю, была. Я не понял, я его не танчу конкретно. Пусть по-моему сидит, очень рисковать. Нет, он спикнется в ретре. Либо так. Кому проф не нужен, плюс чат? Может слетать мне, скинуть это выносливость. Ходим джами, выносливость. Суки, что ли? Да не, я бы послакала, я бы послакала, мне все равно отойти нужно. Йо, замену алоэ в рейд. Надолго мне тебе надо? 10-15. Че, скидывать? Обратно в рейд. Нет? Да, оставь, пофигу. А, ты обратно в рейд? Да, ты обратно в рейд. Все, я ушла. Настя, заходи на ДЦ. Я, кстати, кэш почистил, перезашел, и пофигу, у меня все зеленое все равно.
Девка, похилишь? Чё ночью? Четыре не прохилят? Так, чтоб наверняка. Да мы с Моссой в соло прохили, вдвоем, то есть, вдво. Я в вас не сомневаюсь, но лучше пускай будет 5 хилов. Сумоньте Истю, Алоэ, Йотана обратно. Лесная пати. Мы едины, как там в Маугли. Ты... А, мы одной крови. Ой, Войд, вы там, где что будете делать? Потому что... Окей. Я, короче, в ДЦ шмоте хилить буду. Пофигу, ничего страшного. Я просто не переоденусь, блядь. Что, Коника, ну вот чё? Чё, Алоэ на боссе, Войд в обоме, вручи на баф. Дамаг мы не стопаем. Кирс. Лапу установите по ДК. Еще раз РЧ на пул. Казум, да, шоссе с Пахану. Да. Очень интересно. Может получиться что-то любопытное. Падаем. Здесь пойти кто может? Хан, стой. Что, ребят, забыли? Что еще? Что-то я ничего не чувствую. Или что? Что? Ну что, пул без закончился. Продолжаем. Все нормально. Мы даже в РС-ке два лезвия. И после второго... ДПС больше, чем в ДВР. Типа там стопнут, а тут нет. Или вы хотите стопнуть? Я не знаю, зачем сказали стоп, сказал не стопы. Если бы все добили, босс бы перевелся. Не вылезло бы три слизня. Он бы не перевелся, потому что зеленый уже появился, а там еще было 82%. Кать, мы бы 2% не бурстили, что ли? Если он уже появился, то появляется еще один. Только если он во время вот этого сливается, будет каст, тогда будет. Вот, бурстите с пула. Это был Мосса. Сколько это процентов?
Релок быстренько сделаю. Блок ФСС остался. Локи, у вас у всех СС на ХД, что ли? Я хан давал. Я помню, мне кто-то дал. Сантей тоже куда-то слил. На хана дашь СС тогда, если он у тебя есть. А что он, блядь, такие 4К дает? Или у меня, блядь, забанка? Или он стопнул? Ну, я стопнул. Тем более, у меня бомжа летит. У меня дед. Основной танк соберу. Еще раз с пула даем все свои бурсы и просто переводим босса. А может вот сюда его поставим, чтобы успели все добежать? Да, его вести надо. Его в процессе надо перевести, а не сразу же. Кулак пуханты, дай. Паладин-то хоть знает. Я могу вам как-то назвать, что один. Хан в курсе. Tell you more, куда ты пропал? Я видел, как он на месте бегал. Я видел, как он всю РТ лагает. Ладно, Монти порешал. Каждый босс просто. Что не босс, то он просто там бегает себе. Хан, ты тут? Видишь зеленый треугольник, 3D-метку? Когда колба на тебе зеленая возле категории появится, туда ты должен встать. До того, как зеленый цель выйдет. Ну, блин, у нас красный был сейчас. На рыбу стоит, порешал, ешь. Короче, на пул. Так, стопнули дамаг. Сейчас-то можно было взять. Ладно, Бладлас отдайте. Девку поднимешь ее. Что-то я ничего не чувствую. Кто? Это еще откуда?
решал БРД ядра. Там сейчас перефаза уже. Стопайте. У меня зеленая колба, красным цветом. Замедления нет, тапки готовьте. Не подходите ко мне. Сказал же, не подходите. Хан, Войд по диван по Войду. Можешь выйти в сторону, пожалуйста. Угу. Сколок есть на Алекс? А лутер и так на тебе забирай. Всегда так бить, блять, в три слизня, нахуй. Хули, давай рейд, вечерний рейд, все по зубам. У меня таймеры разбились. Я сказал стопать, когда была секунда уже до появления. Че, гевка в Т5 тоже хуярит? Сколько, блядь, 4 куска уже? Вот это рольчик. Поставьте шкаф. Чтоб само на челик. Сантейч. Полина вернулась. Он и помадой. А, вроде бы, да. Он говорит, нету он там. Игру танчил, знаешь, что надо делать. Thank you.
Сумонти тыл ему. Если саппорты поднялись в цене, то шмотки, продающиеся с рейдов, тоже должны подняться в цене, правильно? Так и будет. Обязательно. Будем вообще шмотки за саппорты отдавать. Саппорты по старой цене. Или же разводят на бабки и саппорты. Все равно эквивалент же подсчитывать надо какой-то. Ну так тогда самый ценный ресурс. А сколько топовый фаск стоил на опционе? 400 где-то, РДДшно. Ну нихуя, что страшно, на 100 голды подымется. Мы народ, потанчишь шуркарей? Ну или сейчас мало. Ну ты ж был много раз, я думаю, шуркарями ты точно справишься. Твой, давай ты на босиму народ на шуркарях. Правда, хоть 300 раз напиши, пока Локи в инсте не будет, типа никто лап не даст. Или специально для тебя, погоди. Сейчас это, блядь, с минимальной лапой тебе найду. 10 характеристиков, да? Сколько там? 35. Ну вот, вот это нам. Куда запропастились там все? Че на бафы пул? И че сам? Такая устроена. Сам я нашел. Кому еще лапу? Теломор, сейчас дам, не проблема, погоди. Да все тут уже. Держу. Броня усилена на 25. Кому еще лапу? Обнови. А мне лапку. Лапу нормальную. Еще сейчас дам. Ну, блядь, кто маску пафнул? Жалко, перебивать нельзя. Хваленые силы света. Жалко, чулки в попке. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Народ, ты не АФК, шаркари твои. Много раз тут был, ты видишь, что танки делают. Ты справишься. Да будет так! Герои в атаку! Неподходящая цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Thank you.
Чума по рейду прыгает, выйдите кто-то. Второго гневного хантена будьте, пожалуйста. Идите с собой. Решал Берма Нарота. Девку же Нуэна, жену Эн Неликса. Я разодал. Афредит шутка. Раз, 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 слышно? Мосса, поднимай жену Энар. Я Вальки. Печенька. Алекс, погал. Алекс, ты с нами, нет? Я здесь, но у меня пиздец тут мотает. Сейчас, может, отойду. На край ключа. Вроде все отошел. Жена, ты отдавал БР или нет? Или ты сдох до этого? Отдавал. Такому народу никогда.
Монара. Неликса? Неликс станешь только, когда мы в комнату залетим. Если пофиксили, да, просто вот Берни после перефаски с нами пойдет. Будет бегать вперед меня, получит битву. Побегаем быстрее. После комнаты бафну, направо пойду. Не забегай вперед. Минус танк. БР есть кого? Нет. Ну ладно. Войт половит, войт у нас. Абсолютно. Половит. Хан, как в духе? Бабл. Снимаешь бабл и ловишь их.
величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. А ты, Мозер, после комнаты всегда на тапках летаешь, да, Пси? Что движет вами? Праведность? Какие-то... Не знаю. Мне нет тапок? А кто, вам, блядь, рядом со мной летал на тапках? Ты против ты был сюда лучших воинов, которых знал мир. Нет, нет у меня инженерские. Ты про инженерские тапки или какие? Да, да, инженерские. Нет. Как я и рассчитывал. У меня инженерские. Батарейка. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Мойка это сделала. Амир, ты? Убью нахуй. Быстро, ты или не ты? Невозможно. А что он сделал? Кто-то травмировал Фалу? Я говорил уже на эту тему не раз. Что случилось-то? Кто будет менять заметки, блядь, у меня отношения сильно поменяются к этому человеку. О, смотрите, раньше такого не было. Что там поменяли в этот раз? Опять заметку гения поменяли. Не балуйтесь заметками. Заметку поправить. Как в неле. На твое ускорение. Он не сам написал, потому что... А зачем тогда спрашивать, кто это сделал? Потому что есть еще один такой псевдорофлер. Если Кирс написал сам, что он это сделал, то... У меня такой намек, тоненький, тонюсенький. Как обычно, на Розарии нет, падает дыри. На ФДВ два штуки упало. БДВ вроде говорили, два Криса падали. Да, было дело. Кровавый, говорит, один раз пропустил ларты. Упало два Криса. Ему оба эти нужны были. Че, Джайна пуляем или рву? Пуляй. Тут дам, скажу, что будет. А жестко сделали её. Теперь, чтобы от сидения поудать, надо немного поебаться. Да ебана, это запрет. Бафните лапу. Тебе фирменную? Гена, настал твой выход. Ща, погоди, дам. Блять, ну кто-то эту массу опять был. Чтоб ты понимал, там мы даже первую фазу не проносили. Даже портал, по-моему, один не закрыли. Вот тут, короче, хватает резиста. Ну что там сделали такого?
Не хильте бабу. Дайте ему диван. А что делать, если очень хочется? Пипл, смерть не выход. Мозер, нажми мэнспек. Ей, лошадка. Значит так, Хан на замену Алоэ в рейд. Мужиков. Алина, соответственно, тоже в рейд. Я удаляюсь на замену. И у вас есть время сделать один пул. Еще что нужно? Минимум 3 танка. Да, что ты на замену? Все есть. Да, мне уехать надо. Ну, гуру тогда. Ну, один пул сделайте, посмотрите, что с Джайной случилось. Интересно, разве нет? Все-таки знать, что там происходит вообще. Я уже в рейде сходил. Мне понравилось. У тебя сколько воинов сампрода хватает? А остальным танком? Что за хуйня рассказываете? Они все с робота, им должно хватать. Ну, там, короче, теперь безопасных зон нету, я так понимаю. Это хуйня. Это основное изменение. Больше я не зон, знаю. Видимо, нет на лучах, на натиск. Соответственно, большой ад теперь копит не 25, а 15 стаков. Но и... если он накопит 15 стаков, из него вылетает АУЕшка на 200 метров. По-моему, Вару с Сапротом прилетала по 18 тысяч с копейкой. А закрывать? Если закрывать, надо также большим адом. Просто он накопит 15 стаков вместо 25, и дополнительно появится у него... А у Е урон по рейду. Соответственно, его надо подслить, видимо, и уже более-менее подслитым подвести в портал и добить. Чтоб много она не тикала. Один раз тикнет, не страшно. 2 моба, 12 и 13 стаков. Не? Не пробовали? Там не получится так, они дольше появляться стали. Они реже появляются сейчас. Ставьте шкаф, сумуйте. Три танка не знаю, насчет дамага огненной фазы не в курсе, потому что мы ее не видели. Да, дырки просто танков роняли по ХД. Сейчас начислю. Вой, ты тогда водишь? Залупа водить. Лучше ДКшнику это делать. У ЛПшки есть. А третий монрот, я думаю, не понадобится нам. Они редко появляются сейчас. Ну, вон мне говорят то, что мобы быстро стакают. Они медленно стакают. Они раньше стакали где-то раз в 2 или в 1.5 секунды, а сейчас... Типа лучше 3 танка, потому что мелкие ады стали какими-то очень стрёмными. На мелких по-любому монород будет. Ну, пускай. Вот, а Алоэ, ты, ну, один из вас Джайну, другой большой. Тулимор пишет, это идет на 3-4 минуты, может его поменять на кого-то. Меня уберите. Полина где? Я в вас верю, вы убьете с первого була. Ну ладно, может, со второго. Полина. Алоэ не водил, вот, поэтому пусть нажались. Нужно подойти поближе. Ро делать не надо, сделайте хотя бы один пул, чтобы просто посмотреть, что там происходит.
мобов маленьких хп, сколько кто помнит? 700 тысяч у меня. 700 тысяч, блядь. Здорово, вроде ляма 4, если здорово. Не больше. Маленькие раньше же от физы нас физом настакивают, только сразу же теперь там настакиваются. Ну, а дополнительная полторашка или 2500 сразу урона. Я говорю, большой моб, как получает 15 стаков, чтобы портал им закрыть. Из него вылетает АОЕ на 200 метров. Ну, 15, по 15 как каждому прилетает. Я на вару 18 тысяч с копейками прилетал. Одну волну АОЕ. Сейчас все увидишь. Интереснее стало. Где Полина? Типа до... Не знаю, должна была уже давно вернуться. Ну чё она не вернулась? Ну спекните там кого-нибудь другого в хила, чтобы просто попробовать пул один сделать, посмотреть, что к чему. Чё, меток никаких не будет, стоим просто... и все попало. Уже на инспектный схила на этот пол. Там шамановская хуета сейчас заходит. Их отхил на роботе по 20 тысяч. Здесь как раз нужен. А у Кирса такой хуйни нету. Или есть уже? А чё не рфанули? Слышишь, Жужин, инспектнись, я посмотрю. Неудобно в хиле. А, все, Полина, окей. Не спекайся, жена. Смонти ее. Просто нужно там 15 стаков хуярить, а не под эту. Дайте рыбу, пожалуйста. Я говорила, у меня гости. Да, блин. Не, рыба не. Ну рыба стоит, жуй. Покажи, где я не вижу. Ищи. О, нашла. Нашла. Мелик, Тактикова Мора и Бабл, Монород. Пау не тради, дайте тебе каски 8%. Вара его вот нету, к нему не подходить. Ну что? Запускай, правда. Да, лидер. А, Амир, теперь нет. Да, это очень бесит. Ты же орел, Кевка. А, у меня? Я не видел. У Фрада был. Был. Нас от обязанностей. Поводи вой больших. Кто танкует босса? Саму. Босса, да. Пусть Алоэ. Кирс, я щит кидаю на Алоэ. Ну, на варп даже. Сторм не появляется только. РДД, как обычно, там Локи, отдельно не стоим. Стаки не накапливаются. У меня гридти на себя маленьких. Красная здесь еще повесить кто-нибудь. Ты резист как на роботе одел? Ну блять, ну костные зычи, идите нахуй, заебать. Число.
бегите. Не набирай только это 15 стаков. Иди его куда-нибудь. Все, сбежались. Алло, я защищу. 10 стаков уже один. А еще будет взрыв. По-большому сыграй. 15. Я большой бьет. Может, нам в портал встать? А чё не надо? Не бейте большого, то есть не с таким драйвом. Мне кажется, чисто в большого надо играть. О. Разбежались, быстрее, 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 раньше наберите. Играйте по-большому. Разбежали. Очень много мелких, их надо сливать и быть. И такая уешки, я что-то не заметил. Уешка была, просто лыжа захиливала. Она по 13-14 тысяч бьет. Да. Мне кажется, надо просто теперь бить мелких не здесь, а прям под этим, под порталом. Под порталом. Очень мне много. Кажется, ли у больших становится больше хп? Народ, а из-за чего у тебя 40 стаков накопилось? Он их танчил, блядь. Он их с хилов забирал, то есть меня и еще с ребят. Я напугивал даже. С алоэ, типа, можешь меня. Вы мне скажите, как вариант. Хуйню, не замедляют все эти пидоры мелкие? Но портал мы закрыли, в принципе, почти изъявили. Ну, примораживаются точно. Три недели не били Джайну, и нахер она не нужна. Ну, конечно, хули. Лучше на Соларисе, блядь, повайпаться. Да, фулл шмот есть, нахуй надо. Че, все, давайте все один сделаем. Тут мы что-то по-другому надо делать, по-любому. Да мне кажется, просто надо всем в портал встать и там все это заливать. Мелких очень много, и они приходят и приходят. Когда мы закроем порталы, мелкие останутся, и мы пойдем туда, там еще будут. Мы в них просто закопаем. Больших бить вообще не надо. Нужно маленьких всем сливать. Да, обязательно. Потому что сейчас типа большие, ну, 15 стаков и закрывается портал. Выходят они, по-моему, я так понял, чуть реза. Это, короче, кровавый вихрь, да, не тащит нихера. Да, мелких надо 100% сливать. Я говорю, за два портала их много накопится, а у нас еще два. Сантей, ты куда? Типа РТ закончилось. Я предлагаю просто еще один пол сделать. Это уже добровольно, он просто ливнул. Ладно, тогда похуй, ставьте портал Долоран. Это ничего не решит уже. Приходите целенаправленно, все здесь зависать тогда, а не так, что наскоком. Пора до ЧСВ, понятно.